В Казанском университете в формате видеоконференции состоялось совещание с Департаментом информационной политики Министерства науки и образования России. Докладчиками выступили заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина и директор Департамента информационной политики Глеб Федоров. Совещание было посвящено о том, как классическим университетам реагировать на вызовы времени, как реагировать на медиа-угрозы и вообще как популяризировать, самое главное, деятельность университетов, потому что в представлении большинства это некое законсервированное классическое учебное заведение. На самом деле это очень большой живой организм. Презентацию сайта Казанского университета и телеканала «Универ ТВ» провели Лейсан Абдуллина, директор Департамента по информационной политике Казанского федерального университета, Ильдар Каримов, директор медиа-центра КФУ. Сегодня делились опытом работы в социальных сетях, опытом работы с журналистами, с блогосферой. Конечно, представляли сайт, мы представляли, помимо социальных сетей, еще вот нашу гордость, это телеканал «Универ ТВ». Дело в том, что такого канала действительно в России ни в одном университете нет, и нам есть чем гордиться. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, «Универ Ньюс».